8 марта президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поклонился председателю Международного центра Низами Генджеви, экс-президента Латвийской республики Вайру Вики Фрейбергу и директора Александрийской библиотеки Египта Исмаила Серегильдина. На встрече говорилось о международном значении проводимого Международным центром Низами Генджеви глобального бакинского форума. Было отмечено, что форум по традиции ежегодно организуется на высоком уровне. Подчеркивалось, что бакинский форум с каждым годом расширяется и интерес к мероприятию постепенно растет. В ходе беседы гости отметили, что успех форума стал возможен благодаря авторитету, дальновидности и поддержке президента Ильхама Алиева.